Остались еще вот они, ямочки. Здесь, чуть дальше. Камера плохо передает, но вот тут вот складка еще. Сейчас попытаюсь увеличить и снять. Вот она. Видна складочка, раз еще. Дальше вот вмятинки еще. Ну а так уже, конечно, остались мелочи жизни. Но здесь просто надо хитрыми крючками сюда долазить, в это место. Долезем. А так, конечно, уже вон видно как раз еще вот. То есть, ну, штук 5-6 тут, как говорится, недоделок есть. Но уже в общем и целом все довольно-таки презентабельно. И на улице в глаза уже бросаться не будет. Ну, для сравнения можно посмотреть. Крыша, кстати, грязная. Вот. И тем не менее. На крыше все это видно. Воочию. Ну, вот наш капот. Его надо, конечно, полирнуть, ну а так все ровно, все хорошо. Я нашел там пару тычков, надо доделать, но уже на сегодня хватит. 10-й час, надо домой чесать. Завтра надо доделать. Дефектовка вмятин на мокрую. Шутка. Сейчас полирнем детальку, чтобы все было ровно и красиво. Ну вот дошел ход и до полировочки у нас. Полиролька, как всегда, у меня Мензерна. Это вот первый номер абразивный. Начинаю с него. Почти максимальная у него абразивность. Вот. Берем, полируемся. Я опустил подробности, потому что первый, второй, третий номер как бы смысла нет снимать, все одно и то же. Вот финишем наносим антигалограмму. Вот чуть она подсыхает, располировываем и все, финиш. Ну вот и наш финиш. Вот в полосатике как бы хорошо видно все дефекты, если они есть. Вот такой получился компот. Чуть, конечно, тут шероховатости вот есть, но это только мы видим, знаем и никому не скажем. Вот так это все будет на улице видно. Все будет красиво и блестеть. Собственно, что и требовалось от меня сделать, чтоб не видно было вмятина. Эпопея. Вот у нас вмятина на стоечке, где-то 2-рублевую монету, наверное. Но она такая продольная сверху вниз, вмятинка. Сейчас мы ее будем ремонтировать. Сейчас попробую потянуться на стоечке. Аккуратно, так, слегка, легенько-легенько. Посмотрим, что получится. Извиняюсь, снимать и работать приходится все в одном лице. Ну, лучше шмарик выдернулся.
Теперь его надо забить. Ну вот оно, наше место. Где была вмятина косая, а потом шишка. Вот, клеевая помогает. Вот, выдергивал вот этим китаёзовским грибком. Очень даже хорошо он справился. Так что рекомендую. Вот так вот выглядит машинка на улице. Я почему в кирпичах снимаю, чтобы это как дефектовочный экран был. Вот. Ну и капот тоже. Крылышко сейчас еще будет краситься. Вот. Делаться. Это как бы незавершенная работа еще. Ну тут снимать особо нечего. Взял да покрасил. Вот. Так что малярских каналов и так хватает. Куча. Я в эту стезю не хочу влазить еще.